когда я в прошлом году преподавал для такого же отделения первого курса, было наоборот. Я там был, здесь все сидели. Поэтому вы насмотрите на свет. Я на светлом фоне буду выглядеть темным. Зато вы в таком хорошем свете для меня очень приятно смотреть. Поскольку я преподавал уже для предыдущего курса именно это, то, что я буду преподавать, это я немножечко так представляю, кто вы. Вот. Но начну с того, что я представлю сам. Значит, зовут меня Попов Михаил Васильевич. Я являюсь доктором философских наук, профессором кафедры социальной философии, философии, истории, института философии Санкт-Петербургского государственного университета. Вот. И у меня еще ученое звание есть профессор по кафедре экономики и права. Может, вам это пригодится когда? И насколько я знаю, вот у нас есть такая сопредельная наука или направление философии. Намадизм. Не знаете такого? Нет? Намады – это те, которые путешествуют, но не могут устоять на одном месте, усидеть. Старость их дома не застанет, они там все туда, туда, туда. Поэтому вы выпали поэтому из всего первого курса. Там вот, я еще читаю и остальные части первого курса философии. И даже был у меня в прошлом году замысел, что как бы вот начать бы вместе и продолжать. И я им начал металлогию рассказывать, диалектику. Потом мне говорят, нет, это мы отдельно будем читать. Это отдельные люди, требующие отдельного внимания. И читать будем отдельно. В этом году я уже и не спрашивал. Я знаю, что это отдельные люди, особые. У них особая сложность, потому что то, что другие в покое, вы все время как бы... Если даже вы не двигаетесь, то мысленно вы двигаетесь. Это раз. Во-вторых, вы должны все время рассказывать, что там, если другие там неизвестно, что они будут рассказывать и будут ли рассказывать, а вы должны будете рассказывать обычным людям, самым разным людям. Например, как я. Откуда я знаю, какие студенты придут? Рассказывать им что-то великое, доброе, хорошее, но на примере каких-то предметов. Так? Каких-то историко-культурных ценностей, правильно? Разных, причем географических в том числе. То есть не просто так в одном месте там туда поехали, куда вас жизнь забросит. Вы на Мадагаскаре будете рассказывать, вы там в Германии, а вы на огненной земле и так далее. Так? И вот, поскольку я все-таки по специальности философ, то я должен вам объяснить, а какой смысл вам это изучать философию? Зачем она нужна? Ну, это вот нормальный подход такой, выясните, но стоит ли вам вообще... Ну, то есть вы сдадите ее, конечно, но какой смысл? Вы знаете, чем будете заниматься. Зачем вам эти ваши люди, включая директора, теперь у нас же все это не факультет, у нас теперь институт, институт истории. Но, Абдулла Хамидович, зачем вам вставил эту философию? Тут? Зачем это нужно вас беспокоить? Вот заняты вы серьезным делом, и тут еще и философия туда. И то ли вас позлить, то ли занять, то ли отвлечь, то ли привлечь. Зачем? Вопрос резонный. Потому что если человек понимает, что это нужно, то он будет этим, так сказать, заниматься. Если он считает, что это не нужно, он тоже будет этим заниматься по принципу «напада весь». Правильно? Вот вы что, ну сдадим, то не сдавали, сдадим. Вот. Я в связи с этим хочу вам привести пример философа Шопенгауэра. Вот он, говорит, рассматривает такой вопрос, как вот люди хотят познать мир. Вот они путешествуют, как бы туристы. Вас кратко ведь называют туристами, так мне и пишут, так, туристы. Дескать, вы тут временно, можно сказать. Сейчас вот тут между переходами, тут здравствуйте, и попали на лекцию. И вот он говорит, что для того, чтобы познать мир, вот вы можете оглядеть всю поверхность мира, а всю никогда вы не объедете. И так мира не познаешь. Почему? Потому что познание мира не состоит в познании его только поверхности.
Потому что для того, чтобы познать мир, надо проникнуть за пределы внешнего существования в глубину. Да? Вот если я хочу познать вот вас лично, что я должен делать? Вот смотреть, ну, смотреть, и все? Или я должен в глубину души, так сказать, вот проникнуть вашу? А как душа, в чем проявляется? Она же в действиях проявляется, правильно? То есть можно познать вашу душу, но так вот просто я буду глядеть, ничего я не познаю. Хотя без этого тоже нельзя, потому что если я глядеть не буду, то это извините меня. То есть как эта проблема разрешается в философии? В философии разрешается она так. Не отбрасывается поверхность, и сказать, не надо ее смотреть. Нет, ну это тоже как-то странно. Как вы тогда можете там? Представьте себе, вы в какой-то стране, там есть ее особенности культурные, исторические, географические, национальные и так далее. А, дескать, мы это не будем, важно там сущность. Так а сущность что, оторвана от поверхности? Вот содержание от формы оторвано или нет? Нет. Вот, скажем, если брать книгу главную для вас, главную книгу, я бы, философскую, я бы сказал так, это том 2 «Науки, логики, учения о сущности». «Наука, логики, Гегеля», том 2 «Учения о сущности». И беда состоит в том, что понять этот том 2 нельзя, не прочитав 1 том. 3 можно не читать. 3 можно сказать, пусть другие там занимаются, вот нам достаточно вот первых 2. Это объективная логика. Объективная, то есть вот вы же будете объективную картину давать, да, излагать. Ну а как это отражается в сознании, это другое дело. Это если захотим. Там есть такие категории, как... Ну, вот форма и сущность и форма. Сущность вообще формирована, а форма существенна. Существенна форма. Правильно? Вот если кто думает, что не важно, там, вот здесь, что вы смотрите, какой-то храм. Ну что, вот по этому храму нельзя определить вот что-то, вот то, что касается не только внешней формы, а что была там за культура, что было, какие были обычаи, традиции. Вы когда будете рассказывать, вы же будете рассказывать, не просто вот посмотрите, вот это кирпич, это кирпич. А он говорит, мы видим, что это кирпич. Вы это видите, а я-то экскурсовод, я за это деньги получаю, а вы просто так смотрите. У меня был однажды с одним товарищем в разливе разговор. У меня там дача, и я захожу прямо в магазинчик, который на платформе. И он так, раз я там часто захожу, вдруг меня этот... Хозяин магазинчика, он же и продавец, спрашивает, а вы кто такой? Я говорю, я философ. А, я тоже философ, он говорит. Я говорю, так вы философ-любитель, а я за это деньги получаю. Посмотрел, да, серьезно. Ну, всем же интересно поездить по странам, посмотреть, а вы за это деньги получаете. То есть и вам, или собираетесь получать, сейчас пока еще нет, но собираетесь получать. Профессионалы, кто такие профессионалы? Если я в футбол играю просто так, очень здорово, я все равно не профессионал. А вот я должен деньги получать, тогда я профессионал. Согласны? И так же считается профессионал. Дескать, я вот вам песню строить, да? Помогает нам жить. Если я певец. Верно? Можно напеть. Он, Кобзон, напел 2 огромных здания. Один как бы вот дворец, там эти римские легионеры стоят, там гранитные там. В разливе. У меня там тоже дача деревянная, 1895 года издание. А тут я смотрю, вот так, если пойти по Советскому проспекту, и вот там так огромный, огороженный. Туда не подходи, там все охраняется срок. А напротив такой строилось. И круглое такое здание, дом культуры одного певца. Я думаю, там песня тут жить помогает. Я так точно могу сказать, можете, вот поскольку вы как бы намады или намадисты, то есть то экскурсоводы, можете как-нибудь пройти, прогуляться, конец этого. В Тарховке, если пойти, выйти на Советский проспект, вот выходишь с правой стороны, 2 дома Кобзона. По этим приметам, которые я сказал, можно увидеть. Но там и другие есть. Так что в этом учении о сущности? Вот форма существенна, сущность... формировано. То есть не бывает сущности бесформенной, правильно? А не бывает формы без сущности. То есть вам, если вы будете рассказывать, вы хотите людей привести от формы к пониманию вообще-то глубинной сущности
каких-то процессов, которые были в том конкретном обществе, в этой конкретной стране, в этом конкретном месте. Должны? Должны. Или говорит, вот, я говорю, вот видите, дом, это дом. Или как Гегель говорит, тождество, говорит, тождество вообще это тождество не тождественного, тождество, не, тождество и не тождество. А если вы скажете, елка это елка, вас долго слушать не будут. А вам же надо как начали говорить, ну все, заслушаешься. Правильно? Вот. И вот, а вот та сущность, которая оформлена, теперь если вы рассмотрите сущность, которая оформлена, вот теперь если вы возьмете оформленную сущность, это будет уже содержание. Содержание и форма. Вообще вы содержание должны докопаться до содержания или только внешнюю форму будете рассматривать или другим излагать, раскрывать. Содержание и форма. Содержание. Вот. И вот тоже про содержание можно сказать. Содержание, любое содержание оформлено. Мне говорят, мне говорит, не важно, какая форма, важно содержание. Ну, видели вот человек, этот самый вот, горбун, у него сломан хребет. Ну, тоже важно, лучше бы он не был бы сломан. Что, не важно? Важно. А если умственный инвалид? Я вот предлагал иногда билеты мне продать там. Подхожу там в кассе, говорю, инвалидам бесплатно? Или льготные? Они говорят, льготные. Вот я умственный инвалид, дайте мне льготные. Говорит, а у вас билет, бумага есть, что вы инвалид? Нет. Говорю, ну тогда не дадим. Нет. Как докажешь? Не дали, короче говоря. Значит, содержание оформлено, а форма содержательна. Вот девушки особенно стараются вот, прийти, причесаться, так сказать, выглядеть очень красиво и так далее. Это что, почему? Это их что, только внешность ваша? А внутренность у вас черная, да, черная сущность, черная глубина. И вот так это снаружи вроде, так это хорошее, так? Как? Нет, ну не без недостатков. Есть, например, такой грузинский тост. Грузинский тост, значит, девушка обещает выйти замуж, но при одном условии. Говорит, я 3 дня в году буду уходить, и ты не спрашиваешь жениху. Куда я ушла? Он говорит, нет, все это такое. Ну, как хочешь, иначе не выхожу. Ну, что деваться? Деваться некуда. Куда деваться? Полюбил девушку. По-настоящему. Да, говорит, черт с ней, пусть уходит. Ну, 3 дня, 365 минус 3, ну, 362. Ну, ладно. И вот каждый год она раз и ушла. И 3 дня нет ее. И главное, и все, и не спрашивай. Ну, вроде. А потом уже 20 лет живут. Он говорит, ну, в конце концов, что это такое вообще? Как я даже не знаю. И решил, ну, посмотреть, куда уходит. Ничего такого, он ничего плохого вроде не делал так. Он и не спрашивает. Он же не спрашивает. И решил посмотреть. И вот он, она уходит. И пошла. Она идет, и он тоже. Она все в горы, выше, 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 выше. И чуть на самую вершину. Он там еле-еле карабкает, ему еще посмотреть надо, еще и послушать, что говорить. И вот она забралась высоко-высоко. И давай шипеть. Шипит, шипит. И так 3 дня. Потом пошла вниз, а он быстренько впереди. Дома так сидит. Ой, так, ура, здравствуй. Так тост состоит в следующем. Так выпьем за то, чтобы ваши жены шипели только 3 дня в году. То есть форма содержательна, а сущность оформлена. Ну как вот, бывает содержание тоже оформлено, бывает содержание не оформлено. А то, что без, не оформлено, то безобразно, безобразно, безобразно. Поэтому кто разрывает эти вот вещи, вот поверхность и сущность, поверхность и содержание, содержание и форма, они получают нечто безобразное. Поэтому это отрыв, когда говорят, я вот, мне не важно, какая у вас форма, важно только содержание. Значит, и вообще вам я не важна.
Потому что как можно без формы вообще говорить? Или вы применяете меня вместе с формой и содержанием, или это вот разрыв, как вы это распилили меня на форму и содержание. Можно распилить человека? Вот у вас недостатки есть, мы вот вас на операционный стол, значит, и недостатки вырезаем, а вы положительно остаетесь и ничего не замечаете во сне. 20 минут и все готово. Можно такое сделать? Нет. Вы видели как? Вот если взять магнит и распилить. Это вот северный полюс, это южный полюс. Вроде отпилить, это будет северный, а это отпилить будет южный. И что? Получается, на каждой стороне будет северный полюс и южный. И это будет северный полюс и южный. Так и с недостатками. Нельзя их вырезать, нельзя, невозможно. Нельзя противоречия, которые есть, распилить и взять одностороннее. Поэтому все эти вот попытки противопоставлять сущности, форму и содержание, они, кто должен стоять на страже? Ну, такие люди, как вы. Потому что вы через форму, ну, к людей ведете к чему? К истине. Или вы к истине не ведете людей? Чего вы пропагандировать собрались-то после окончания? Ну, людей, так сказать, это что-то великое, да? Великое развитие, прогрессивное. И люди пообщались с таким экскурсоводом и открыли для себя какой-то новый мир и продвинулись. Или наоборот. Ну что там экскурсовод? Да, что-то наболтал. Да что надо? Ну я так посмотрел, да и ладно. Поэтому мне говорят, да нам не надо никого экскурсовода, что она скажет? Или наоборот, у вас легенда будет, надо такой. Да и то, что будет смотреть, это вообще не имеет никакого. Вот послушайте, что она говорит. О, вот. Ну, такая у нас задача или нет? Вот. Если такая задача, то мы должны к ней стремиться. А там есть еще категория, кроме сущности, то есть как общей категории, есть понятие существования, есть явление. Явление – это явление чего? Бывает явление, а явление ничего. Вот это явление, но ничего не явилось при этом. Это же чего-то является. А что является? А? Закон является. Закон является. А у каждого явления есть свой закон. Это вы учение о сущности можете прочитать, которое я вам назвал. У каждого явления есть свой закон. А закон что такое? Мы с вами сильно-сильно забегаем вперед по сравнению там, с тем, как я преподаю вот, другим историкам, ну, по учетам того, чем вы занимаетесь. То есть мы должны знать, что вот для нас ключевое. Так вот, что такое закон? Вот, наверное, вы слышали, там, в школе изучали. Что такое закон? Ну, не юридический, конечно. Юридический закон – это норма, которую устанавливают, за что вас и как наказывать. За мошенничество будем наказывать там до 4 лет лишения свободы. Мошенничество, знаете, что такое? Что? Тут поторопились так это так соглашаться. А что такое мошенничество? Ну, это неправомерное какое-то действие. Да неправомерное действие всех преступников, что они все мошенники. Какое мошенник? Он чисто, без всякого мошенничества берет такое у вас по голове. Что тут мошенничество? Он честный человек, прямо вас взял и убил. Что тут мошенничество? А вот такой приходит, вот вы видели, вот я, он зашел, вы думали, это преподаватель, потом с ней все другое приходит, представляете, сейчас третий придет. Ну, ассистент мой закончил, так проходи. Вы у меня паспорт проверили? Нет? А кто я? Что, вы верите? Да сейчас сколько людей ходит, чем только себя, никак только себя не представляет. А вы не дослушали, а я еще сказал, вот я вот доктор, там, профессор, и папа римский, я вам барыкал. А если я второй, этот последний не сказал, то вы меня и принимаете пока. Я однажды в такую историю попал. На 5-м этаже вот встретил, да, женщина прибежала, вот там вся с котом на руках, вся еще полураздетая, говорит, ой, так нам залезали на балкон, там, что происходит? Я говорю, ну что происходит? Пошли в милицию. Вот мы с ней идем, она все рассказывает, как там все вот, трагично было. И вот, значит, открываем, а милиция у нас была там на Травмурском проспекте, она там внизу была прямо подаркой. И там они сидят, все милиционеры, ну, а в таком заходим, смотрю, у них вот так вот физиономия расплывается. И вот она в это время, так все хорошо, очень красиво говорит, показывает на фотографии, и вот он мне сказал, когда мы вошли, и я все смотрю,
Или я дураком туда пришел. А эти все, я знаю, что она сумасшедшая, а я-то не знал. Я оттуда его рук. Бросил ее вместе с котом. Вот, хотел помочь. Говорит, сходи, сходи, конечно, надо брать. А вы не знаете, кто такие мошенники? Мошенничество в уголовном кодексе. Я вам сказал, что я профессор по графике, но я прав. Можете верить, можете не верить, но и формулировку я вам дам. Это злоупотребление доверия. Вот вы меня доверием так отнеслись, а я скажу, давайте, говорю, давайте, сдавайте деньги. Мавроди же сдают. Мавроди сдают же все время. Сколько миллиардов ему уже сдали, и все продолжают. Говорю, давайте по-честному, без бумаг, сдавайте. Потом вы обогатитесь, потом. Сколько было? Был Гермес Финанс, Хопер Инвест, Властелина хорошая девушка была. Говорит, девушка, мне сдавайте, не верьте этим врагам. Они же вас обманут, давайте мне сдавайте деньги. Да не сдавали деньги, где они? Деньги истрачены. А банки, они что не были? Говорит, у нас банк, идите туда. А что, кому вы сдаете? Кто это такие? Откуда они взялись? Что делают? Но укрепление доверия. То есть по внешнему виду невозможно. Надо проверять. Я сейчас у философ их спросил. Говорю, а вы это что, щедро решили, что я? А ведь есть ваш портрет в этом, в интернете. Ну, да. Видели, да? Видели. А вы не смотрите уральские пельмени? Вот, вы смотрите, там самые лучшие женские персонажи, это играют мужчины. Ну, просто такие женщины. Извините. Особенно Мясников. Или это самый вот их, так сказать, главный там руководитель, который стоит, учительница гора, еще у них так туфли там наклоняют. Знаете, когда устают за этим, когда туфли ходишь. Так все это. Вот, короче говоря. Что, сейчас нельзя загримировать? Что, такую прическу мне? Сколько стоит ваша? Вот. Это у вас не сколько, а я там критерию брону, сколько стоит. Что я делаю? Ну не так уж и дорого, правильно? Ну ничего, сейчас надо. Чуть-чуть, помягаться. Что такого там не сделать? Ну, возраст, конечно, тут. Возраст, если я буду изображать женщину, то я вообще не спрашиваю. Вообще вопрос снят. И так далее. Так вот, если спокойное явление, как вот на дне души, море, океан, поверхности, а есть сущность. Вот есть всякие разные культовые сооружения, а сущность есть одна. Это религиозная жизнь, с одной стороны. Это так посмотреть. Религиозные сооружения. Они не творили человеческого гения, так сказать, люди их создавали. Архитекторы создавали это произведение, так? Ну то, что их использовали, то есть для каких целей, это другое. Да. Ну, пожалуйста, сущность. Так, хотели, чтобы записано было, а раз надо, не мигайте ничем, значит, все. Сейчас я могу теперь говорить все, что у вас свободно теперь. Прошлый как раз там запись, вы можете посмотреть на. Если вы зайдете на YouTube, есть канал Фонд Рабочей Академии на YouTube. И там можете посмотреть лекции по философии, которые я читаю, и удостовериться, что это я. В том числе на историческом факультете, в том числе по философии и истории для пятого курса, которого теперь нету. Теперь считаю, что зачем вам пять курсов? Ну, четыре идите отсюда. Все, хватит. Ничего, говорит, ну вам можете в магистратуру поступить. Я преподаю в магистратуре на втором курсе конфликтологов, а не вечером занимайтесь, потому что никто вас не будет содержать так долго, и будете сами работать. А сами работать, значит, днем заняты, значит, вечером. И что получилось? Вечернее явление убрали, везде поубирали, а магистратура вечером те же 6 лет. Вечернее отделение было 6 лет. Что нового-то? Но были специалисты за 5 лет, дневники. И вечерники тоже специалисты опять. А теперь эти 4 года не специалисты, а это магистратура.
Кто такие? Это просто вечерненький специалист, так получается. Вот и все, ничем они дальше не вышли. Но только их мало там, 5 человек у меня, например, было в группе. Ну и такая картина везде. Этих много. А потом наш университет выступил с инициативой, пускай выпускной экзамен будет проводить только представитель работодателя. Как копнули, кто у вас работодатель у бакалавра? А кто? Вузы не могут быть. Да кто? Ну, директора школ. Пусть приходят. Школы могут быть. В школах можете. В вузах не можете преподавать после бакалавриата. Ну как? Мы-то после вуза могли где хотите преподавать. А теперь в аспирантуру идти не можете после бакалавриата. Здорово сделали. Хорошо. Вот. Так что тут когда копнешь, так красиво так сверху. Это бакалавры, лавры. Там все. Да? Проблемы. Так вот, закон есть спокойное в явлении. Вы должны видеть не внешнюю поверхность, а что там в глубине. Вот вы и начинаете. Что это? Вот это, во-первых, это архитектура, этот памятник архитектуры, правильно? Архитектура – это что такое? Это что? Это что? Наука, искусство. Что это? Искусство. А? Искусство. Причем такое искусство, можно сказать, самое главное искусство или самое великое. Почему? Во-первых, оно, так сказать, по своей, так сказать, вот по... Потому как оно сохраняется, это масштабное такое искусство. Во-вторых, это такое искусство, когда вот не надо специально идти в театр или там наряжаться, чтобы увидеть это произведение. Наоборот, вы не денетесь никуда. Если уродливые, так уродливые. И будете вокруг этого уродства ходить, и сами будете как уроды, если будет вот это. Посмотрите, это хрущевские, эти хрущевы. Ужас. Я в Париж ехал из Бельгии. Мы в Бельгии были несколько дней на семинаре. И нас на один день свозили... Париж. Вечером на поезде, там день и обратно на поезде 2 часа от Брюсселя. Вот едем, разговариваем, смотрим, хрущобы. Вот это да. То же самое. Так же в этой, загнали в этих хрущобы людей в той же самой Франции. Никакого лица там нету. Вот. И в этих условиях вот там люди живут. Наверное, загнали на 25 лет, а жить буду 50 в них. То есть... Архитектура, развитие искусства. И в нем это все должно проявляться. То есть вот то, что-то великое, проявляется в труде. А можно трудиться так, что вы камень просто тешите, а можно строить дворец. Одного спрашивают, что делаешь? Камень тешу. Другого спрашивают, дворец строю, а делает одно и то же. Поэтому мы когда смотрим на какое-то произведение, мы смотрим, а кого его сущность-то? Сущность этих храмов не в том. Они могут использоваться как храмы, могут не использоваться. А как произведение искусства они вечны и бесконечны. Правильно? Ну, это плоды человеческого труда. Это вообще и могущество. Посмотрите, вот там в Греции какие сооружения были. Ну, так это вот вы можете в одиночку там или с семьей своей построить избушку. Вы можете вот этот такой храм? Это же общественный труд. Я многократно был в Афинах, потому что я член редколлегии журнала «Международный коммунистический обзор». Вот приезжаю, все пешочком, там по мраморной. У нас по ребрик эти гранитные, у них там мраморные. Раз-раз-раз, и туда, как Акрополь. Потому что все в городе нечего смотреть. Все американское, все то же самое. Что, вот вы, наверное, уже немножко знакомились там, куда не приедешь, одни и те же майки, одни и те же джинсы, одни и те же футболки с Че Гевара. Вот, шоколадки те же, тот же самый орел, который эти самые зубочистки содержат в своих зубах. Все то же самое. Только у нас вот, так сказать, тут они вот какие-то палатки, или даже разгоняют эти палатки, а там в тех же Афинах. Вот он на простыне этот несет, или из Индии, или из Бангладеш. Потом он эту простыню развернул и вот на ней торгует. Потом, если придет там, полиция, ну там их не особо догоняют, опять собирают, это и понесли. И все одно и то. Ну вот когда в Акрополь придет, там совсем другое. Там видишь, это колыбель человеческой цивилизации. Они, кстати, там очень реставрируют очень хорошо, вот аккуратно. Но видно, что это новенький мрамор. Ну новенький, но стараются все сохранить. Это проявление чего? Вот эти вот, это проявление чего? И можно сказать, что вот эти, вот тоже Акрополь, это проявление человеческой сущности. А? Как? Вот, дорогие граждане, вы выходите и говорите, вот, дорогие граждане, так сказать, туристы, вот вы видите величайшее проявление сущности человека. А
вы выходите, допустим, и скажете, вот вы видите, что это дворец. Да мы и сами видим, что это дворец. Спасибо вам большое за разъяснение. Вот это храм. Да мы видим, что это храм. Ну, раз тут вот крест стоит, там то все. То есть нельзя ли копнуть глубже, до чего не добираются те, ну, если вы экскурсоводы, так вы же должны быть, ну, где-то глубже, там, на порядок выше, правильно? Ну, как вот, например, у нас построено было всегда школьное образование. В первом классе могут учить только те, которые кончили вуз. Так ведь? А если вы не кончили вуз, как это вы можете учить в первом классе? Ну, а что в первом классе, что не можете учить, выучить после школы? Можно выучить, но не то. Скажем, а кто должен учить вот в вузе? У нас какой критерий? Сейчас у нас критерий, чтобы у тебя индекс Хирша был. У меня индекс Хирша 3. Не знаете такое? Не знаете, что такое? А вот есть Российский информационный научный центр, электронная библиотека, ее лайбрери. Вот то, что я там всю жизнь писал как ученый, у меня там 318 опубликованных работ и 15 монографий. Это не важно. Важно, какие я работы опубликовал, которые попали в эту электронную систему. Как туда попадает, не знаю. Я одну свою книгу решил туда сам поместить. Я на это потратил 3 месяца с лишним. Это, конечно, лекция, я потом перезвоню. Вот. Вот туда помещаешь, и вот в зависимости от того, сколько человек себя цитирует, то если мы с вами друзья, вы меня, пожалуйста, цитируйте, и у меня будет этот индекс цитирования возрастать. А вот если двое процитируют по 2 раза, 2 книжки по 2 раза, это будет индекс 2. А 3 книжки по 3 раза – это индекс 3. У меня индекс Хирша 3. И если у меня так вот 318 работ, а в этом e-library у меня сколько там? 26, что ли, или 52, не знаю даже. Ну, в общем, какое-то количество есть. Некоторые работы, вот, скажем, философия и история, которая историком, историком читала, раз, и она сразу пошла в этот принцип, помимо меня. А я новую написал книгу, 467 страниц, я ее туда заталкивал туда. Ну, там оформлял, туда писал, договор присылает, печать. Теперь давайте сосканируйте, пришлите нам с подписью и так далее, это все. Пришлите нам вариант в PDF, вариант в Word, тыры-мыры, потом мы будем проверять. Потом, когда все прислал, говорит, у нас все заняты, это раньше, чем на 3 месяца, нам и не звоните. Через 3 месяца, говорит, а у вас рецензия была? Я говорю, была, а кто рецензент? Я говорю, вот профессор Казенов, заведующий кафедрой, того всего. Ну, думаю, я сейчас попросят у меня текста рецензии, а у меня ее и нет, текста. Не попросили, даже смотрю, вывесили. На, ты здрасте. Но больше я не занимаюсь тем, чтобы размещать там свои произведения в этом e-library. Но смотреть смотрю, потому что там вот таких, как я, М.В. Поповых, вот вы смеетесь по поводу, кого за себя выдают. Вот что я делаю, там есть привязанные публикации, это точно я. А есть еще М.В. Попов, там, например, млекопитающие Урала, или почки, оперирование почки и селезенки, или, так сказать, электромагнитные колебания. И этих М.В. Поповых, как собак нерезанных. Первый раз, когда я открыл там вот этих, которые М.В. Попов, 1200. И я постепенно их отсеивал, нашел там еще 15 штук и так далее. Ну вот, это такие внешние критерии. А мы же должны с вами смотреть вглубь. Поэтому вот я еще раз повторяю категории явления и закон. Закон – это спокойное явление. Что там в глубине? Эта глубина проявляется вовне. И вот вы должны эту глубину раскрыть через внешнее. А иногда и на поверхности эта глубина проявляется, правда? Вот если человек внутренне красивый, внутренне, душа у него хорошая, вот я смотрю на вас и вижу, душа у вас вот хорошая, глаза добрые. Не такие, чтобы сейчас меня съедите, а так слушайте внимательно. А то иногда так смотрит и улыбается, думает, сейчас бы взяла бы. Внутренне проявляется же, как внешнее. Причем если поэтому вот есть явление, а есть выявленная сущность. А выявленная сущность, знаешь, как называется? Вот не догадайтесь ни за что, потому что вы уже не изучали философию. Выявленная. То есть не то, что она там вот как-то является, а уже выявленная, прямо на поверхности. Ну, прям некоторые ваши качества прямо вот видны сразу. А посмотришь на вас, и не надо мне там копаться. Вот сразу видно, хороший человек. Да? Вот. Выявленная сущность. Знаете, как называется? Действительность. Действительность. То есть действительное то, это то глубинное, что на поверхности проявляет себя. Такое бытие, которое на поверхности. Действительность. Вот у вас не было такого случая, ваш билет недействителен. Это что значит? Билет есть, но он недействителен.
Есть, но недействительно. Или человек есть, но он недействительно, не отвечает сущности человека, занимается не тем, делает не то. Что у нас? Мало наркоманов, преступников, идиотов. Много ведь. Одних наркоманов умирает десятки тысяч. Ну что он? Если человек уже попал на эту игру, иглу, он уже недействительный человек. То есть он не может сам себя спасти. Почему? В чем смысл наркотиков? Вот у нас целое отделение есть там, конфликтологическое, там отдельно изучают эту наркоманию. Вот они определяют, что это такое. Вот я им помогал, там, одному товарищу, говорю, так вот как наркотик? Наркотик – это такое вредное вещество. Первое свойство которого состоит в том, чтобы сломить волю сопротивления употребления этого вещества. То есть если начнете употреблять, то мало кто сможет, хватит силы воли от этого отказаться. Потому что первым делом оно будет именно на волю ваше воздействие. Что вы уже не можете сопротивляться. Это причем видно на слабых наркотиках. Человек курит, не может бросить. Не может. Причем хорошие люди. Ну, не могут бросить. Но пьют тем более. Как они? И некоторые до белой горячки допиваются. А как тут, как решить этот вопрос? Ну, не надо это вот, не надо туда начинать. Если вы начали, то да только мало может быть. Только мало может быть. Много это не бывает. И все мало, и мало, и мало, и так далее. Вот что может происходить. То есть вот еще одна категория, действительная. Вот эта категория для вас, я считаю, из философии. Но чтобы до них добраться, ну, надо пройти учение о бытии, учение и учение о сущности, скажем, учение о понятии для желающих. Но это большой труд. Большой труд, потому что это непростая книга. Хотя про нее Энгельс говорил так, что единственный компендий диалектики имеется в науке логики Гегеля. Единственный. Ну, если вы... Как сейчас принято это вообще? Если непонятно, что такое компендия, что надо сделать? Открыть Википедию и посмотреть. Вот я открываю Википедию, там написано вот про меня там Попов Михаил Васильевич. Кто-то там про меня написал. Я потом долго это пытался переделать, что у меня все-таки село Староклинское, а не Староклёнское. Это очень трудно было, но я все-таки добился. Написано в этом самом в Википедии, что это вот вроде как краткое содержание, там, компендий. Ну, вот там, чтобы вам долго не думать, это вот так быстренько набрали вам, вот эти диалектические кусочки вы их набрали, усвоили, и все в порядке. А если открыть латинский словарь, или словарь латинских слов, латинский словарь, обыкновенный, там написано компендий, кратчайший путь, прямая дорога. Ну, это уже прямо по вашей теме. Вы же туристы. Так, как пойдем? Кратчайшим путем в изучении философии, прямой дорогой, или по болотам, по кочкам, там, где колючая проволока, там, где бугры, бурьян, вот, завалы всякие, как пойдем. Основная масса народа, как это не удивительно, идет вот так. Удивительно просто. В философии. И они поэтому долго-долго идут, и так философами толком не становятся. Мне повезло, почему мне повезло именно, потому что, ну вот как вы же, так сказать, слоняетесь, можно сказать, по всяким разным местам, городам, и другим будете объяснять. Но это я так, и я тоже там думал, туда, сюда, как, чем заниматься. Я закончил математико-механический факультет, а у нас ректор наш преподавал. Ректор, академик Александров, Александр Данилович. И вот он у нас преподавал, не объявил, что мы вам преподаем философию, нет, он вот... В актовом зале университета, когда нигде не было никаких вот этих вот внизу таких вещей, что надо пропускать, не пропускать. Вот вы, у вас есть или нет пропуска, ко мне на лекцию не пройдете. А потому что вдруг она платная, а вы бесплатно прошли. И узнаете что-нибудь. Это, как сейчас говорят, пиратство. Пиратство. А что, если я вам рассказал, у меня, думаете, не осталось? Вот если я вам сейчас рассказываю, я вам передаю знания. А что, у меня ничего не остается? Вот если бы я вам авторучку передал, все, у меня ее нет. Ну, знание совсем другое. Знание, сколько бы я вам не передавал, они у меня... И вы сколько бы не рассказывали. Что, вот вы последний раз рассказ? Если вы подробно все рассказали, больше вам нечего делать, да?
Ну, наверное, вы тоже можете и совершенствоваться, и углубляться, и так далее. А тот, кто, у кого только одна мысль, он думает, если я одну мысль передам, больше у меня не будет, а я хочу за одну мысль все время деньги получать постоянно со всех. Ну, а крупные там ученые, политики, они что стремятся? Чтобы эта мысль, истина, чтобы она дошла до максимального числа людей, и все преграды убрать, в том числе материальные, чтобы вы могли бесконечно там скачивать, если надо. Вот у меня есть книжка «Социальная диалектика». Хотите, идите, купите за 579 рублей, а хотите, вы зайдите на сайт Фонда рабочей академии и бесплатно скачайте. Но если вы не зайдете на сайт Фонда рабочей академии, а просто наберете «Попов. Социальная диалектика», вам за 1200 предложат скачать «Рутрекер» и другие. Можете просмотреть. Это вот картинка очень интересная. Так вот, товарищ Александров читал лекцию «16 элементов диалектики» у Гегеля. Он геометр, академик, математик крупный. Ну и все студенты там, и преподаватели гурьбой там сидели, забито все было. Ну и я, так сказать, заинтересовался, ему как-то пришел, а ректор читал у нас лекции. 188-й аудитории, такая наклонная, вот как у вас есть ФАК, у нас такая есть, только на меньше размером. И ФАК неповторим в этом смысле. И вот я к нему подхожу, говорю: «Александр Данилович, а что вот Гегеля изучать на Кулойке? По конспекту ленинскому?» Вот так на меня посмотрел, борода такая, сердитый такой, как рявкнет. «Почему по конспекту? Гегеля надо читать!» Как рявкнет. Ну, я так и пошел читать Гегеля. Ну, то есть повлиял на меня. Человек был продукт обстоятельств воспитания. А потом я вот закончил матмех, и, так сказать, у меня было предложение с экономического факультета пойти в аспирантуру, чтобы потом читать для математиков лекции по политэкономии с математикой. Ну, я думаю, я приду, а я уже к тому времени изучал, прочитал у Ленина, что нельзя вполне понять «Капитала» Маркса, особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Вот думаю, я приду на экономический факультет в аспирантуру, там все уже, конечно, они все это изучили, все знают, а я гадкий утенок буду там. Думаю, и первым делом за 2 недели прочитал 3 тома науки и логики, законспектировал все и пришел на экономический факультет. Так, как-то они, правда, подождали, пока меня в аспирантуру матмеха рекомендуют. Так они придерживали, думают: ну, если вы рекомендуете, возьмем. Нет, нет. Меня рекомендовали. Тогда они говорят: мы вас берем. Ну, а берем — это значит экзамены. Экзамены я так вот 5, 4, 3, потому что на 3-й вопрос был: а какие вы монографии по себестоимости читали? Вот я по глазам вас вижу, что вы по себестоимости ни одной монографии не читали. Правильно? О, я попал. И вот Воротилов такой профессор смотрит на меня: какие вы монографии, сами понимаете, какие монографии по себестоимости читали. Я с того времени так и не читал ни одной монографии по себестоимости. Ну, думаю, если было бы 4 вопроса, там уже понятно, интенденция. 5, 4. Ну, в общем, 4-ку я получил, такую хиленькую. Ну, это достаточно. Это я уже знаю. И оценки вообще ничего не значит. Тут я гордился, что у меня диплом с отличием. Хоть бы кто-нибудь за всю жизнь спросил, какой у меня диплом. Да это никого не волнует. Вообще никого не волнует. Вот люди там. Единственное, что с медалью я школу кончил. И вот я дразню, потому что у меня жена золотой кончила, а я серебряный. Потому что ошибочку сделал. Я как вот дразню людей? У вас вот золотая медаль? Да золотая — это сейчас у многих, а серебряная — черта с два, сейчас никто не дает. А больше это все, никого это... Ну, кого это волнует? Ну, кого это... То есть вы сделали, есть у вас знания, ну и применяйте. Ну вот, понимаешь, короче говоря, пришел я на и обнаружилось, что я единственный человек на экономическом факультете, который читал науку логики Гегеля. Единственный аспирант. Потом ко мне присоединился мой оппонент официальный по кандидатской диссертации. Мы вместе изучали. Он заинтересовался, что я там делаю-то. Вот. Ну, я вот, короче говоря, я защищал докторскую по политэкономии 2 раза, но как бы без диалектики. И как без диалектики у меня получалось больше половины, меньше 2/3. А надо 2/3. Как бы демократия – это вот больше половины, да? А что такое 2/3? Это вот треть, если против, то и... Тогда я плюнул, а у меня половина работы была по философии. И защитился по философии. За 4 часа.
Та-та-та. И все. Я на философском студентом не был, аспирантом не был, докторантом не был. Ну, сразу, так сказать, получил докторскую степень по философии. Я читаю, читаю. Это я вам в объяснение того, что можно пойти, так сказать, вот ходить, ходить, а можно пойти туда вглубь. А если вы с великими общаетесь, это полезно. В глубину если пойти, в глубину. Хотя общая ваша картина, что вы вроде как ходите по поверхности. Только вот люди поверхностные. Вот самая вот суть, вот так на вас посмотришь, это люди, которые интересуют, туда поехал, давайте шатайтесь по всей земле. И можно все время шататься по всей земле, и никогда не поймешь глубинной сущности человечества. А люди, которые будут вас слушать, а вы их должны вот в эту глубину погружать и с этой глубины выводить к действительности. Правильно? Вот. Ну вот я попытался, как могу, так сказать, как бы вас представить, кто вы такие, с моей точки зрения, с философской точки зрения. Какие? Ну, чтобы вы чувствовали себя как бы не то, что... А, какие-то там экскурсоводы. Не надо. Мы о действительном. Вы хоть знаете разницу между действительным и поверхностным? Существенным, несущественным, а действительным. Или существование, или явление. Вы же ничего не знаете. Закон. Вот мы какие. Вот. Поэтому вот на этом мы должны сделать с вами акцент. Теперь, как наш курс назвать? Ну, если бы вы были не, так сказать, вот, туристы, ну, то есть те люди, которые так по внешним признакам определяют глубину, глубинную сущность явлений, да? Действительно усматривают в том, что кажется случайным. А ведь случайное и закономерное, оно проходит через... Вернее, закономерное, оно проявляется через случайное. Мы же случайно с вами встретились. Вот вы меня не видели, я вас не видел. Ну, как бы случайно, но не совсем случайно. Я вот тут, во-первых, не первый год преподаю на ИСФАКе. Вот. А во-вторых, если бы я тут там, ну, совсем плохо преподавал, мне бы сказали так, сказать: Михаил Ильич, спасибо вам большое, очень хорошо вы преподаете, и кого-нибудь другого пригласите. Они бы не говорили, что я... Ну, тут люди, народ культурный. Вот. Что-нибудь придумали бы. Вот. Поэтому мы это все с вами понимаем. Поэтому мы должны подумать, как вот этот курс назвать. Официально он называется как? Философия. Ну, а мы можем ведь и сами для себя его называть как-то. Вот фило – это что? Чувство. Фило. Что первая часть, что означает? Чувство. Нет. Нет, София и дальше идет. Философия. Не надо. Чего у меня хвост дает? Я вам даю начало. Вы говорите, покажите мне, что такое голова. Вы говорите, вы смотрите на хвост. Нет, так не пойдет дело. Фило – это что такое? Чего? Вот филологос, филология. Это много раз ведь фило, да? Познание какое-то. Да, ну, познание – это всегда гнозис. Гносеология – это познание. Гносеология. Логос – это знание. И гнозис – тоже знание. Это знание знаний, удвоенное знание, знание в квадрате, гносеология. А вот философия. Не, вы можете сказать, что вы нам спрашиваете, вы же преподаете, вы отвечаете. Я отвечу, но я могу спросить. Это я же вас спрашиваю не то, что там какая-то глубина, но просто вот фило. Фило во многих. Только фило, а не фила. Если филармония, тама пошло, то это не то. Фило, дорогие товарищи, это любовь. Любовь. А любви у нас будет курс. Это плохо или хорошо? Хорошо. Ну, то есть это у нас, как говорится, есть присутствуют мужчины, но только в лице этих представителей, преподавателей. Да? Один читает, другой записывает, чтобы ваши мудрые мысли не были доступны только некоторым. Вы же будете на весь мир ведь работать. Ну, вы же... Ну, и мы на весь мир сейчас сразу ваши ответы и мой курс тоже. Скажу, вот они читали, так сказать, вот это все для всего мира открыто. У нас тайн от мира с вами нет. Мы ничего плохого не замышляем, даже там с теми странами, у которых есть какие-то конфликты. Ну, конфликты конфликтами, но развитие этой культуры идет. Культура же она, это что? Вы знаете, вот вы киваете, а культура-то знаете, что такое? Это не знаете, наверное. Так с виду-то вы вроде знаете. Что такое культура? Все, что создано человеком. А? Все, что создано человеком.
человека. Вот все, что создано человеком. Вот с поверхности вроде как кажется, что все хорошо. А сколько человеком создано гадостей, ужас. Это все культура. Загазованность, запыленность, заплеванность. Это все человеком создано. Посмотрите, вот озеро Красавица. Вот я раньше приезжал туда, когда еще школьником был. Приедешь, так красота такая. А сейчас там что? Все побережье, это запить в консервных банках. Или вы после стройки, после первого курса мы были в городе Заполярном. Строили Ждановский, как строили, участвовали в строительстве Ждановского горнобогатительного комбината. Солнце все время над головой. То есть я тоже как бы этот турист в известном смысле. Все время. Мы работали ночью, то есть ночью, когда солнце пониже, а днем солнце повыше. А днем спали, то есть когда на повыше мы спали, тепло, хорошо. Палаточки у нас такие были, значит, сверху вот брезент двойной, белый, там зеленый. Деревянные стенки, батареи. Там тепло, хорошо, замечательно. На 20 человек каждый. Прекрасно. Девчонок жалко, потому что первый же раз был субботник, палатка сгорели, и все их эти платья, которые они собирались наряжаться и там на всякие праздники, все пошли нам на портянки. У нас проблем с портянками не было. Ну, не без пользы все. Паспорта придешься им восстанавливать, тут уж ничего не поделаешь. Новенькие зато паспорта. У нас старые, у них новые. И вот пошли мы по окончании. Мы хорошо там работали, нам зарплату дали. Вот. И пошли там недалеко. Ну, километров 10. Пройти по морошковым таким местам. Морошка растет. У нас-то тут местами есть эта морошка. Очень вкусная. И редко где. А там вот сплошная морошка. Я как представил, что вот если бы у меня был мешок такой, этот мешок я набил бы за 20 минут полной этой морошки. Тут же грибы, тут же черника необыкновенно крупная. И вот мы идем, пришли на берег. Там такие мощные скалы, камни. И там же еще действия были военные, наверное, страшные, потому что закрыться некуда от стрельбы. Некуда. Камни. Как они там скрывались, не знаю. И шхеры, там и фьорды, и там, смотрю, медуза. На ней такой белый крест, такое загадочное место такое. И вот выходим на берег, думаю, надо искупаться. Ну, южный берег Ледовитого океана. Мы что же туристы все, да? Туристы? О, я, кстати, турист СССР, между прочим. Чтобы турист СССР получить, надо 100 километров, чтобы не было, вот когда идешь в поход на 2 недели, чтобы в окрестности не было населенных пунктов. То есть, если ты вот пройдешь такой поход, дескать, у тебя лыжи сломались, ну так думай раньше, на чем, если у тебя сломались. Я, например, был самый легкий среди тех, кто шел, и у меня вот все там идут в снег вот так. Нет, прокладывают лыжню, а я по поверхности, пока не сломались мои лыжи. И одна, и вторая, а у нас была манюня. То есть на веревке несли эту самую лыжу отдельную. Потом мне сделали от сломанных лыж, и от манюни сделали, так сказать, новые носки, к ним привинтили другую часть лыж. Ну и я плелся теперь все время, уже весь поход в конце, за всеми. Вот это там. И что мы вот... Это было вот для того, чтобы получить турист СССР. Ну, мне как-то надо себя вам подать. Мы вот как бы коллеги. И вот на берегу Ледовитого океана, где мы решили отметиться, искупаться, искупались. Такая же вода, как в Ладожском озере. В Ладожском очень холодная вода. Все засыпано, все побережье. Там погранзона. Студентов нас пропускали, больше никого не пропускали. Больше никого там, людей нету, только чайки, которые выхватывают морских ежей, разбивают их, потом съедают. То есть бросают их на камни, они, так сказать, раскалываются, они их съедают. И все вот это вот с морскими ежами усеяно. И все в этих баллонах пластмассовых, от всяких там этих мазей, от ампуней, все у побережья. Вот все побережье, вот это вот, как вы сказали, что создано человечеством. Это все создано человечеством. Или вы видели, как вот иногда газоны привезут новую землю, из нее везде торчат полиэтиленовые мешки. Не видели? Полиэтиленовые мешки. Начинают их разравнивать.
которые никак. Вот если раньше бумажные были пакеты, вы там насыпали вам крупу, песок сахарный, а потом и слила эта бумага, и все. А этот вот полиэтилен вот не слеет. Страшно. Если вы сжигать будете, там это вредные продукты горения, опасные. Диоксины? Ужас. Что создано человечеством? А вот газ для того, умерщвления людей не человечеством создан? Вы его тоже внесли в эту копилку свою. Убивали. Вот у нас культурный народ есть такой, немецкий народ. Там был фашизм. Это тоже создано человечеством. Или это кошки создали? Человечество же создало. Газовые камеры создали люди там. Тоже созданы человечеством. Вы скажете, это отребье человеческое там, отродье. Ну, как не говорить. Ну, создано руками человека. И там все, дежурство, все в порядке, там сжигали, все хорошо. Штабелями накладывали. А абажуры не делали из человеческой кожи? Это создано человечество? А матрасы из волос? Вон, если женские трупы, так значит, волосы не пропадали. Народ-то там такой организованный, порядок. Давайте соберем и сделаем матрасы, чтобы не пропадало. Зубы золотые там из трупов повыдергивать, да слитки сделать. Тоже все сделано человечеством. Так вот, если вот так сказать, как вы сказали, что-то как-то нам... Можно я дам определение культуры? Но я должен как-то показать, что философия какую-то пользу приносит. Ну, согласен, ну, мое... Я прямо откровенно говорю. Ну, как это вам должен я? Значит, это не просто что создано. Это культура. Это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Опыт не надо сжигать людей в печах газовых. Опыт не надо из них делать. Вот это тоже опыт. То есть тут все есть, вот это то, что делалось с человечеством, только в соответствующем акцент. Опыт означает, что извлекаем опыт, и больше Гитлер даже уже не использовал газы во время войны. Правда? Это развитие культуры. А все были готовы к этому. И сейчас у нас, знаете, сколько накоплено? Знаете, что у нас вот сейчас идет процесс уничтожения отравляющих боевых веществ по договоренности с Соединенными Штатами Америки? Мы проверяем, они проверяют. Это идет, это колоссальное их количество. Всех можно отравить, всех. Накоплено человечеством. Но опыт состоит в том, что надо это уничтожить, потому что это гибель, так сказать, всего человечества. И вот у нас много разногласий. По этому вопросу нет разногласий. Уничтожаются боевые отравляющие вещества. Заводы работают систематически, перерабатываются. Люди рискуют. Ну, вы представляете, вы имеете дело с отравляющими веществами. Если вы понюхаете, а если там утечка, это вы последний раз понюхали. Я был в городе Ипр, в Бельгии. Вам это название ничего не говорит? Первый раз в городе Ипр применили газ отравляющий. Иприт называется. От города Ипр. Иприт. Говорят, что очень хороший запах. Но никто точно не знает, потому что если кто понюхал, тот того же нет. Культура, накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Вот все, что вы будете про материальное рассказывать, само собой, а духовное вы будете все это сопровождать, потому что материальное от духовного неразрывно связано. А лихотворенные люди какими-то идеями воздвигали все эти сооружения, правда? Дороги строили, мосты, дворцы и так далее. И наоборот, люди, которые злыми, так сказать, идеями обуреваемы были какими-то, что сломать, что уничтожить, они крушили эти храмы. Вот я был в городе Дельфи под Афинами. Там, на автобусе нас посадили, прокатили, показали. Там дельфийский оратор. Думаете, это оратор-то так вот говорят, чтобы роль женщин принизить? Потому что женщина была дельфийским оратором. А без этого дельфийского оратора ни один военачальник оракулом, дельфийский оракул, без этого, без добро дельфийского оракула нельзя было начинать никакое сражение. И вот однажды тут собрался военачальник в наступление, а добро не дает. Он взял и придумал щиты перед собой. Это как бы они в обороне щиты поставили между собой. Так родились вот эти боевые щиты, которых раньше не было. Так вот, там есть храм. И стоят мраморные статуи прекрасные, без голов. Как вы думаете, кто отщелкал эти головы?
Ну, кому надо? Вот взяли, прошли и отколотили голову. Так было же многобожие, а потом единобожие. Пришли христиане, ага, смотрите, это кому памятники? А Бог-то един, этим всем башки отломали. Ну как это проявляется? Это же проявление уже этой борьбы духовной. Она борьба в какой сфере? В духовной. В религиозной сфере борьба. Но она проявилась вот так. А как вы иначе? Наверное, под горячую руку попала и Венера. Хорошо, что ноги ей не отбили еще. Кто-то взял, да отбил же руки Венере-то, Милоской. Так вот? Что вы будете говорить? Да подумаешь, руки вон головы отбили. Это еще ей повезло. Все равно видно, что красивая женщина. Хотя и без рук. Зачем ей руки? И так красивые. Красоту ничем не изменишь. Вот. Так, вот, так сказать, вот у нас такой должен быть настрой на это. Вот. Вы еще не ответили на вопрос, что ж такое философия. Слово, это фило я вам дал время, чтобы вы придумали. А вы не придумали, что такое фило? Любовь, да? Слышно. Любовь. А София, вы знаете, что такое. София – это что? Чувство. А? София, что такое означает? И Софии не знаете? Мудрость. А? Мудрость. О, даете. Тогда меня не зря сюда прислали, я считаю. Ну, вы можете сказать, у нас первый курс, чего вы спрашиваете? Правильно? Я бы на вашем месте сказал, чего вы на... Это раз. Во-вторых, это ваши лекции, а чего вы мне устраиваете опрос? Это же не экзамен и не зачет. В-третьих, что это у вас, опрос или допрос? Как вы студентам относитесь? Вы как-то должны по-боевому настраиваться. Как-то так вот... Я же говорил, что мошенники могут приходить, наступать на всякие провокации, там, дескать, хотят выставить вас незнающим, вас, что вы защищаете, черти что, так? Вы что, вы не знаете, что такое София там и так далее? София – это мудрость. У нас лаборантка София зовут. Она говорит, София, меня не зовите, София. Лаборантка София. Я говорю, ну хорошо, что вы пришли на философский факультет, София. То есть, а вместе получается фила – София. Любовь к мудрости. Ну вот, будем считать, что у нас... Курс любомудрия. Что, неплохой же курс? Могу я это по-русски сказать? Сейчас, правда, вот по-другому делают. Например, газеты не видели, вот машина ездит, Патриот. В Ульяновске делают. УАЗ. УАЗовский завод делает. Но если Патриот пишется по-английски, это значит Патриот какой страны? Но если нашей страны, написано было бы Патриот. Значит, написано «Патриот», значит, делает у нас, но «Патриот» какой страны? Какой-то не нашей. Вот вам, как вот представителям тех, которые показывают, там сказать, вот посмотрите, у нас, говорит, кофе-хаус. Как вам это? Вот вы будете в России провести экскурсию. Что кофе-хаус? А что у нас? Кофейный дом нельзя сказать? Нет? Вы как будете? Кофе-хаус. Или вообще кофе, кафе это, да это слово же кофе. Или бистро, от чего это появилось, знаете, нет? Да, французов, когда... А? Да, когда французы в Париже, бистро. Да, бистро, бистро. А кто говорил бистро, французы или наши? Наши. Наши говорили быстро, а те на свой язык, так сказать, бистро. И когда к нам перенесли, наши начали называть у нас теперь бистро. Как будто бы они тут проходили, а не мы у них проходили. И вот Ленин говорил, что Россия всегда носила выкинутые Европой шляпки. Очень часто, очень много. Посмотрите, вот. Вот зачем? Вот вы придете в Америку, там будут по-русски писать? Посмотрите, по Невскому пройдите. Это же чушь какая-то. Кстати, это не то, что это в России, а вот то же самое в Греции. Сначала я очень радовался, потому что я вот на матрице знаю, альфа, бета, гамма, дельта, мы всегда обозначали разные величины, цифры. И тут вдруг из них слова, вот эти слова меня поразили. Греческими буквами слова, это что-то не... Я никак не мог читать целиком слово, потому что все это раздельно бралось. Обозначим, сначала начинается А, потом П,
B, A, B, C, D, там разные значения. Потом пошли альфа, бета, гамма, дельта, пси, кси. А тут, оказывается, слова из них. Типа там трапеза. Трапеза. Как думаете, что такое трапеза по-гречески? Кафе? А? Кафе? Нет, банк. Банк. Я думаю, ух, сколько у них трапеза, там трапеза, там трапеза. Оказывается, у нас-то тоже банков много на каждом шагу. Да? Правда, это по видимости банки, а по сущности? А по сущности это банки или не банки? Вот, мне нравится, что вы задумались, потому что банки по сущности что делают? Они временно свободные средства, они появляются в период империализма, то есть монополистического капитала, и временно свободные средства накапливают и отправляют туда, где есть временный недостаток. То есть вам-то надо что-то приобрести, а с другой стороны, я вот сейчас продал, у меня вот денег много, а еще новые я еще не закупаю. У меня там на 2-3 месяца там они бездействуют. Вот это банки. А наши? Они ничего не собираются обслуживать производство и не обслуживают. Они идут в Центробанк. Гражданки Набиуллина и говорят, дай под 10, под 11, сколько сейчас? 11% сейчас. Потом накидывают свои 10. Под 21, 22 и выше, под 27 даже есть. Пытаются кому-то дать. А сколько, как вы думаете, нормы прибыли в промышленности? Не больше 10, а то и 3. Поэтому промышленность все лишена наших кредитов. Она, значит, тогда на Запад вся. А сколько, думаете, в Америке ключевая ставка? Вот я бы хочу в Америке взять. Сейчас не дают, сейчас у нас санкции, а раньше... Раньше наш этот дает под 17 давал, а американцы давали от 0 до 0,25%. И куда наши бизнесмены отправляли? Туда, за кредитом. И происходило сращивание российской промышленности с американской банковской системой. Потом американская банковская система говорит, все, эти наши остались. А тогда наш банк говорит, не, мы вам меньше, чем под 21 не дадим. И начинается... Поэтому кто устроил этот кризис? Высшая школа экономики и гражданка Набиуллина. Ничего другого нет у нас такого, что мешало бы. Дайте, говорит, уже выступал Дерипаска. Говорит, да вы что, с ума сошли? У нас ростовщики. А что делают ростовщики? Ну, они берут деньги, дают деньги в рост. Вам деньги нужны? Берите. Принесете потом. С приростом. Под сколько процентов? Ну и атака сколько эти, вот бандиты не буду вам. Они 21, 27, давайте под 15%. Даю вам миллион, принесете 1 150 000. Лады? Не хотите, давайте микрофинансирование. Знаете, сколько процентов микрофинансирования? 700-800 годовых. 700-800 годовых. То есть это просто жулики. Которые сидят у нас, как паразиты на теле нашей. Говорят, что у нас экономика не развивается? А как она может вообще развиваться? Простой человек, если у него денег не хватает для зарплаты, с него берут 700%. С промышленности, говорит, у меня прибыль 10%, а кредит дать хотят под 27 или под 21. Ну, никак я не отдам. И никто не берет. И все. А как без кредитов промышленность может быть? Современная промышленность без кредитов. То надо же, так сказать, построить, допустим, коровник, но он строится там 1,5 года. Хороший. Короткий возьмешь кредит, еще отдашь, не построишь, возьмешь, там еще подумают, еще прибавят, все останавливается. Поэтому этот вопрос, так сказать, о движении вглубь, он все время стоит. И вот мы с вами, теперь уже обогащенные понятием, что такое философия либо мудрия, вот должны понимать, что мы, на что бы мы ни посмотрели, сначала мы как экскурсоводы, нас не устраивает только сама поверхность. Мы должны как бы опуститься внутрь, в глубину, понять это глубину, а потом вернуться из глубины снова. Вот я на ваш, так сказать, внешний взор, так сказать, какой-то, так сказать, бросил. Но я должен потом, я вас спросил, чтобы узнать, как там вы понимаете культуру, а потом, значит, снова выхожу на поверхность. Понимаете, вы, в общем, правильно. Но вот с некоторыми недостатками. И странно было бы, если студенты еще на первом курсе, чтобы они всегда... Тогда какой смысл-то обучаться? Понятное дело. Вот если я какую-нибудь чушь буду бороть, вот вы должны сказать, ну, знаете, товарищ, это называется преподаватель. Вот мне это, ну, как бы позорно.
для студентов, если я вам что-то указываю, что да, я думаю, что это никому никак не позорно, потому что ну, это естественно. Человек, когда развивается, у него, естественно, он ошибочно, безошибочному и так далее идет. Это совершенно нормально. Поэтому я хотел бы, вот, когда я на вас нападаю, чтобы вы это правильно воспринимали. Это для лучшего усвоения, не более того. Я понимаю, что это так просто не дается. Потом, если вы куда ни пойдете, такая же общая картина. Обычно это не знают. Потому что это противоречивые вещи. А берут односторонние. Односторонние. Любомудрие. Ну, тут есть научный подход к любомудрию. Что такое мудрость? А есть шутливый. Начнем с шутливого. Чем отличается мудрый от умных? Вот кто хочет погадать. Мудрый от умных. Мудрый учится на чужих ошибках. Мудрый учится на чужих ошибках, а умный на своих. Да, вот хорошее это очень. Мне нравится. Высказывание очень хорошее. А я еще такое высказывание знаю. Это не против вашего высказывания, у вас очень хорошее. Что умные, они знают выход из любого положения. А мудрый просто туда не заходит. То есть вот экскурсоводы, они же с людьми, вы же с людьми будете работать. Это вот как вы, как вот, вы обществовед будете, как я, по крайней мере. Я только с людьми, особенно с молодыми. А вы со всеми вообще, с инвалидами, в том числе умственными, со всеми будете работать. Вам надо будет, они будут какую-то чушь говорить, а вам говорят, и вы правы. Ну, может, не во всем. Ну, как-то вам становится. Ну, представьте себе, там же всякие будут и попадать. Бывает, придут, может, кто-то и под шофе. Все кому. Ну, как вы это контролируете? Потом не вы же ими управляете, а вы должны на них повлиять. Поэтому вы их должны к этому светлому, куда бы они ни забрели, вы все равно их туда как-то так подвигаете, правильно? Светлому, там, через камни, через памятники, через дороги, через сооружения. Но все равно вы их возвышать собираетесь или принижать? Возвышать. Вот. Вы, так сказать, возвышаете людей. А с какими вы людьми работаете? Ну, с такими, какие есть. Вот к Сталину обращались, многие говорят, вот он такой, сякой, вот раз такой, раз сякой. Он слушал, слушал, говорит, у меня для вас других людей нет. Нет. Вот для экскурсоводов, кроме тех, которые придут, он, нас для вас, товарищи экскурсоводы, других людей нет. Нет других людей. Поэтому если вы будете, придете домой и сказать, вот, пришли такие дураки, они орали и так далее, и так далее. Ну, нет предела совершенства. Значит, если вы видите, как вот, как с ними работать, разные есть приемы и совершенства, в том числе и речевые, в том числе. Вот у меня бывает ситуация, я занимался, мне повезло. У меня голос сломался, когда я был молодой преподаватель. И я, так сказать, волею судеб попал в институт уху, горла, носа и речи. Ну, поскольку у меня ничего серьезного там не было, но меня там здорово напугали. Я видел людей, которые 20 лет шипели уже как эти змеи, говорить не могли. У них парез был, связок. И вот, как в сказке, преподавательница такая, вот Малина Татьяна Васильевна, вот их. Они говорят, мы не можем. Она говорит, говори. И вдруг где-то вот она с ними тренировалась, тренировалась, смотрю, они уже со мной спрашивают, как у вас дела? Да я говорю, да ничего. А вдруг она приходит и говорит, а ну говорите. Ну вы говорите, ба-бо-бу. Они, ба-бо-бу. Вот вдруг проклюнулась и заговорили. Вот она мне тоже говорила, ну что вы как это, говорит, смеетесь, хи-хи-хи-хи-хи. Надо говорить солидно. Вообще надо говорить убедительно. Вот вам, ну, вы убедительно должны говорить, как экскурсоводы. Вот она говорит, Михаил Ильич, вы говорите неубедительно. Надо говорить убедительно. Показываю. Ба-бо-бу, бэ-би-бы. Убедительно? Вот, вот, ве-ве-ве. А надо говорить убедительно. Я был тоже ошеломлен. Думаю, надо же, я дурак, изучаю там все, что-то читаю, стараюсь. Все равно неубедительно. А надо говорить убедительно. Ба-бо-бу, бэ-би-бы. Согласны? Думаю, ну надо же вообще. Вот наука. Это, кстати, науки никто. Вот наш преподаватель. Это мне повезло просто. Я оттуда выскочил, со мной занималась, потом говорит, вы другим расскажете. Я вам рассказываю, потому что она меня как бы завещала. Уже она покойная. Вот. Тоже скажут пираты. Вот я пират. Я, наверное, мне их передала.
Я бесплатно вам бесплатно говорю. Причем это общая структура, оказывается, высказывания. Вот, то есть человек сначала так вот так идет выступление, потом вниз. Па-бо-бу-у, бе-би-бы. Ну, естественно, она показала, как, если вы собираетесь, чтобы было громко, то не надо надрываться. Как бы вы ни старались, громко не будет. Надо знать физику. А физика говорит, что надо знать явление резонанса. Вот если вы не так стоите, не так стоите, не так стоите. А если вы стоите, что у вас тут собор, а здесь у вас диафрагма, да, то если ваша вот частота колебаний ваших связок совпадет с частотой колебаний вашей грудной клетки, то вас будет слышно прекрасно. А если вы будете орать просто как дурак, то сказать, вас слышно не будет, все равно порвете себе связки. А вы что, не знаете, говорит, явление резонанса? Вот солдатам не разрешают по мосту так идти в ногу. Но раскачается мост, ведь попадет в резонанс, раз и развалится. Они ничего не делали. А как вот, почему вы слышите, ну вот сейчас это не видно на современной технике, а раньше были, помните, приемники крутят там. Что крутит-то? Что крутит? Вы что думаете, вы усилили сигнал, что ли, тот, который к вам идет, радиосигнал, своим крутением? Как вы думаете, что вы управляете тем, какой сигнал вам посылает? Нет. А что изменяется-то? Изменяется частота колебаний вашего контура электромагнитного в этом радиоприемнике. Сейчас только это делается там автоматически или полуавтоматически, а тут вы, когда с волны на волну переходите, что вы делаете? Вы меняете вот этот конденсатор. Емкость конденсатора изменяется, частота колебаний изменяется, и вы совпадаете по частоте колебаний то с одной волной, то с другой. И вот с той волной, с которой совпадает частота колебаний, вот это вот и есть резонанс. Вот, вот она ее и слышно. Попадите в резонанс, будет слышно. Другую изменили, в другую слышно. Еще изменить, третью слышно. А мы думаем, что надо вот, вот, а вы будете на свежем воздухе. Микрофон, если микрофон будет, помните, как это? Есть певцы, вот она, кстати, учила и оперных певцов, или постановку голоса делал актерам. Ну, их же слышно. Вот пойдите в театр оперный. Что они с микрофоном стоят? Вот эти сейчас певцы эстрадные. Ну, все время что-то у нее тут как ложка все равно. Ну, хорошо, раньше она с проводом болталась, этот хвост. Теперь без провода у нее все-таки микрофон соединен через электрон. Ну, в чем дело-то? А потому что оперные певцы их учат правильно петь. Слышно. Слышно их. И акустика, чтобы была. Потом надо, если это явление резонанса, даже должен приспособиться к тому помещению, которое есть, а не к тому, которого нет. Я на Казанской преподавал, был деканом факультета профессиональной переподготовки на полставке. И там у меня были психологи, они такие шептуны. Вот они сидят и и такие у них занятия по психологии. Говорят, Михаил Васильевич, мы не можем без микрофонов. Я говорю, вы что, с ума сошли? Вот у вас колонный зал. А мы не слышно нас. Да потому что вы чистите, потому что они не успеют вот звук дойти до той стены и вернуться. Они давай быстрее. Они накладываются звук на звук, и получается операция, так сказать, все искажение. Не надо чистить. Спокойно скажите. Сделайте паузу. Пусть подумают, стоит ли. Я подумаю, стоит ли мне дальше это говорить. Потому что когда говоришь то, что думаешь, у вас будет такая же практика. Думай, что говоришь. Вы же на острие будете, правильно? Что-нибудь ляпните там. Не то. Вот я и тут уже ляпнул. Мне вот товарищ помог сразу. Исправил. А вам лучше бы не говорить неправильно. Вот, так что. То есть, оказывается, вся эта звонкость. И вот кажется, что вот убедительно это связано не с тем, что даже что ты говоришь, а с тем, как говоришь. И есть два резонатора грудной, которые я вот использовал, а есть один, который редко кто использует, но в церкви использует. Сейчас я вам покажу. Меня учили. Вот она и учила. Вот так набычиться надо и сюда вот звук послать, вот сюда. Куда? Вот здесь гайморовый пазух есть, вот здесь во лбу, вот здесь и вот здесь. Вот они должны дребезжать. Вот так вот, если положите на грудь руку, если есть резонанс, то у вас здесь будет вибрировать. Если нет, не надо и кричать.
все равно слышно не будет. А вот здесь, пожалуйста, показываю. Это только на двух звуках. И ы. Да светится имя Твое, и же еси на небеси. Аминь. Нормально? Только пусть не говорят, что я там или все. Вообще у нас сейчас свобода тут, гласность, все нормально, да, хорошо. Вот это. Ну что, ну как я могу вам вот доказать, вот я уж не знаю, чтобы вам нужно изучать философию. Вот я уж и это, и то. Потому что если я вам не докажу, вы же не будете изучать. Ну кто будет изучать то, что это не нужно? Вот я-то сам буду. Зачем изучать какую-нибудь ерунду, правильно? То есть тогда ее нужно изучать, когда от нее вам будет польза. Вот. Ну вот я честно вам откровенно рассказываю, что я вот как, что заготовил для вас лично. Потому что мне был там еще срок, я уже всем преподаю историкам первого курса. В лектории там солидно, и там народу много, я там, так сказать, как бы смотрю на это все. Ну а тут же у вас это узкий круг избранных, которым я избранный должен дать. Я им философию, вам любомудрие. Любомудрие же хорошо, правильно? Вот. То есть, если, наверное, если любомудрие, если вы любите мудрость, то мудрость состоит не в том, чтобы одностороннее что-то брать, правда? А мудрость состоит в том, чтобы не к правильности только идти, а к истине. Не видите разницы? Потому что еще тут надо еще шаг сделать к мудрости. Потому что вот у вас недостатки же есть, да? Не, ну начнем не с них. Начнем с достоинств. Достоинства есть у вас? Ну, а в целом-то вы положительный. Я вот чувствую, что вы положительный человек в целом, да? Ну, есть отдельные недостатки. А у кого их нет? Ну, есть кто-нибудь, кто без недостатков? Я сразу прошу выйти, потому что это люди, лгуны. И с лгунами у нас не может быть никакого контакта. Сразу с ними расстаемся. Правильно? То есть мы с вами остаемся. Вы с недостатками, я с недостатками. Как-то у нас теплее, дружнее все. Мы же это, в целом-то положительные люди. Но есть, правда, другая картина. Некоторые у них целые подлецы, а достоинства у них есть. Вот кошек любит. Людей ненавидит, а кошек любит. Это же достоинство. То есть таких людей, у которых нету противоположности, нету. Противоречия во всем же есть. Вот вы можете назвать пример, вот вы можете назвать пример чего-нибудь, чтобы не содержало противоречия? Вот посмотрите на меня. Вот видите, я вот вам лекцию читаю. На самом деле я умираю. Ну, жизнь моя идет же, течет, а жизнь-то чем заканчивается? Что, есть такие люди, которые, жизнь которой заканчивается вознесением. Ну, есть такой один человек, он говорит, он за всех пострадал. По-моему, наоборот. Все за него пострадали, а он один только вознесся. А всем остальным это не светит. У него папы нет там, а ему хорошо, у него папа, он его взял наверх. У вас есть папа, который вас возьмет наверх? У меня нет такого папы. Вот вы на меня смотрите, вы сейчас моргнули, не заметили? Я заметил. А почему вы моргнули? А сказать, что у вас происходит? Вот я не врач. Я же философ, я сказал, я не врач. Вот ваши глаза высыхают. Знаете, какой рецепт? Рецепт какой? Один, моргать надо. То есть вы делаете все правильно. Но можете и не моргать, не расстраивайтесь. Если даже вы не будете... Не будете моргать, там у вас, ну, вы же понимаете, человек – это такое создание, которое как бы там все отрегулировано. Если вдруг вам придет, вот, знаете, есть разные люди, вот скажут, не буду моргать, вот послушали меня, говорит, чтобы ему назло вот этому преподавателю, надоело со своими советами философскими, не буду моргать, вот так смотрите на меня, не буду, что будет? Вот вы не надо моргать только, что будет с вами? Сказать? Нет, плохо вы о себе думаете. Ваш организм, когда он поймет, что что-то у нее, он у вас, вот вы можете дома, сейчас мы не будем отвлекаться, а думаю, проделайте эксперимент. Ваш организм заставит, у вас слезы потекут от моих лекций, и ваши глаза увлажнятся, и все будет хорошо. Не волнуйтесь, можете и не моргать, ваш организм с этим справится. То же самое, вот если вы не будете дышать 10 минут, будете вы живы, нет? Не будете. А сможете вы 10 минут не дышать?
А кто вам мешает? Мы вам мешать не будем. Вы боритесь со своим организмом. Как вам организм позволит? Ваш? Нет. А что вы не управляете своим организмом? Вы будьте это... Ну, не получается. Ну, можно. А? Еще никто не... Ну, не смог никто взять и вот задержать дыхание так, чтобы умереть. А вот спрыгнуть там, щелкнуть себя и спрыгнуть с высотки – это не проблема. А вы вот сделаете такое селфи, что я вот не дышу, и вот как раз – и все. Вот такого селфи никто не может сделать. Слабаки, подумаешь, залез он так высоко. Так каждый дурак может запрыгнуть с 15 этажа и все. Вот это каждый может сделать. А попробуйте вот просто задержать дыхание и умереть. Да не получится. Не получится. Это что значит? Что мы должны понимать, что есть правильности, а есть истина. Вы за правду или за истину? Потому что если за правду, я сейчас вот буду правду говорить про ваши недостатки, вы мне будете рассказывать, какие, а я буду их оценивать. И я могу сразу сказать, как буду оценивать. Если это ваш, сразу хотите, сразу. Я еще и даже и спрашиваю ваших недостатков. Я сразу. Это и к вам относится. Философия различает всеобщее же. Значит, недостатки ваши проявляются в действиях или нет? Да, вот правильно. Потому что если они не проявляются в действиях, не надо на себя наговаривать. Ну, если мои недостатки ни в чем не проявляются, почему они недостатки-то? Ну, как они недостатки, если они ни в чем не проявляются? Значит, в действии. Это совершенно точно. Так. Ну, они это, в действиях полезных обществу или вредных для общества проявляются. Только честно. Недостатки. Ваши недостатки в полезных, тогда пусть будет у вас больше недостатков. Ну, обществу было только польза от этого. Чем больше у вас недостатков, тем лучше обществу. То есть, наверное, вот и успешная сдача экзамена вы будете рассматривать как свой недостаток. Вы что, злодейка, что ли? Как это так, у вас недостатки? Я думал, ваше достоинство проявляется в том, что вы благое для общества делаете. Вот собираетесь экскурсии водить, разъезжать по всему миру, там, и к доброму призывать эту паству свою, а оказывается вы, нет, у вас, вот это как-то странно. Нет, тогда они появляются в действиях вредных обществ, просто... Вредящих обществ. Потому что я стараюсь совершать действия. Я тоже стараюсь, у меня не получается, а вы, у вас гордыня, потому что вы как бы утверждаете, что они вот ваши недостатки проявляются в полезном для общества. Мои-то недостатки точно во вредных. Но если я что-то плохое сделал, чего хорошего вам будет от этого, если я что-то плохое? Сейчас давайте я на вас накричу. Это недостаток я. Знаете, есть такое понятие – выйти из себя. Выйти из себя. А есть категория «в себе бытие» философское. Первый том науки логики, учение о бытии. «В себе бытие» – это равенство с собой. Вам сейчас по себе или не по себе? Не по себе. Это значит, вы не равны самой себе сейчас. Вот. Когда вы были не равны самой себе, вы сказали эту ерунду. А сейчас вы пришли в себя? Да. Ну все, теперь будете все нормально говорить. А у вас не бывает так? Вы придете к секретарше и говорите, она говорит, сейчас я вот приведу себя в порядок, да? То есть сейчас я приду в себя и буду с вами разговаривать. А ты где была? Где была? То есть это вот в языке так отражается. Это логика. Логика. Диалектическая логика фиксирует эти противоречия. А если я сейчас, вот я видел, я спокойно с вами разговаривал, я вот на вас голос повышал, нет? А что вы путаете, правильно и неправильно? А что сейчас я сделал? Получил. Да ерунда, это опять вы поверхность берете. Я вышел из себя. Вышел из себя. То есть стал неравным самому себе. И стал на вас кричать. Можно студентов кричать? Нет. Это тоже ваш недостаток. Чего вы поддерживаете всякую... Надо клеймить этих, которые кричат на студентов. Но студенты, это люди, пришли, заниматься хотят, а на них начинают кричать, дескать. Скажут, что вы делаете-то? Вас для этого поставили преподавать, чтобы вы кричали на лучших наших студентов исторического факультета? Гнать надо таких преподавателей. Это мой недостаток, что я на вас, я маленький такой, я покричал на вас немножко уже. Но я чисто в методических целях, только методических. Только хотел показать, что является моей противоположностью. А у вас тоже есть вот и ваши вот недостатки, это же ваша противоположность, ваша душа-то светлая, вы же человек хороший, значит, ваши недостатки – это ваша противоположность? Это ваше отрицание во мне, ваше отрицание или в вас? Нет,
Ну, у вас же. Ну, вот оно, ну, если это ваше, если это проявляется в каких-то действиях, то только в отрицательных недостатках. Если они не проявляются, то они не недостатки. Не надо себя наговаривать, поклёпы, не нужны самооплевания, не нужно, ничего это не нужно. Ну, проявляется в недостатках, в отрицательных действиях. А кто без них? Вы не знаете, как эту Марию Магдалину евреи хотели побить каменьями за грехи? Не знаете, нет? Вот идет, Христос идет, и вдруг видит, евреи бьют каменьями Марию Магдалину. Они обычно забивали до смерти так. Раз, камень, раз, камень. Вот Христос-то идет, и научившись говорить, хорошо. Кто без греха, тот пусть бросит в нее камень. А все бы остановились. Все, не бьют уже ее, кто без греха. Так что это не страшно, что у вас есть грех. У всех есть какие-то грешки. И тут вдруг раз камень, бац, в нее. Христос поворачивается и говорит: мамочка, сколько раз я тебя просил, когда я работаю, не надо мне мешать. То есть вот мы, истина, она не односторонняя. Потому что вся жизнь противоречива, все предметы противоречивы. Поэтому если мы будем ее односторонне изображать, это будет правильно, но не истинно. Правильно будет. И то, что это так правильно, и так правильно. А вот вы должны, а вот раз истина, то постижение истины – это уже не просто вот ум, а это мудрость, правда? Мудрость. Тут мудрые люди, они постигают истину, они их заранее знают, и противоречия есть. А вот невинные люди, невинные, не путать с невиновными, а невинные – это те, которые никогда не подвергались каким-то страстям, каким-то воздействиям негативным. И вот они, если подвергались всяким в жизни, и они смогли удержаться, устоять, не поддаться, так сказать, тому, что делает человека зверем. Они, это кто люди? Это люди положительные. А те, кто вот как дети, младенцы, они все хорошенькие. Но они еще ничего не подвергаются. Что из них выйдет, мы не знаем. И Гитлер был маленьким ребеночком, хорошеньким. Правильно? Поэтому мы вовсе не рассматриваем положительного человека, как человека, так сказать, безгрешного или там, скажем, без отрицаний, без недостатков. Он положительный не потому, вы положительные, позвольте мне вам лично сказать, потому что вы успешно боретесь со своими недостатками. Правильно? Или недостатки успешно борются с вами? Сейчас что происходит? Распад личности вашей? Мы в этом присутствуем, при этом... Нет, да? Наоборот. Мы присутствуем при том, что вы, ну, хорошеете, улучшаете и так далее. Правильно? А что такое? Ну, у вас есть же внутренняя борьба. Человек борется со своими недостатками. Правда, недостатки борются с ним. Некоторые не могут побороть недостатки. Ну, тем, кто спивается. Не может вот он побороть. Все. А наркоманы? А что, это плохие люди были, что ли? Нормальные были люди. Вам дали попробовать. Приходят в школу. Говорят, вот попробуйте таблеточку. Бесплатно. Попробовали. Интересно же? Вам не интересно? Не, я не рекламирую. Попробуй. Ну, вам не интересно, а вам интересно. Раз вам. Ну, и вам не надо, ну и черт с вами. Так, раз. Потом еще. А потом. Она говорит, а у вас еще есть дяденька? Нет, у меня нету. Ну, за деньги есть. Вам на школу-то мама дает что-нибудь? Дает? Ну, давай. Ты мне денежки, я тебе как? Дает? А потом еще давай. А потом еще. А потом у мамы все денежки забрать. Потом у папы. А потом пойти человека зарезать. Потому что уже не остановиться его. Не останови. Распад личности. Распад. Но вы-то боретесь с недостатками? Ну, вы даже не хотели у меня даже не только, вот это у меня ничего в руках нет, а уже, говорит, не подходите у меня и не приносите. Это пустоту даже не хотели брать. Не только там чего-нибудь, да? То есть я чувствую, у вас сила такая внутренняя, колоссальная. Сила воли. Мы будем противоречивую жизнь рассматривать или будем изображать, что нет борьбы этой никакой внутренней на планете, между людьми, классовой борьбы, межнациональных столкновений. Мы будем изображать, что все тишь, гладь, боже, благодать. Дескать, ничего, здесь просто здание, строение, сооружение. А что за эти здания, строения? Вот Пальмиру сейчас там, это ИГИЛ бомбит. А наши бомбят тех, кто бомбит Пальмиру. Это отрицание. Как отрицание есть утверждение. Вот мудрецы говорят, диалектику кто изучал,
что два отрицания дают утверждение. Вот сидят два философа и разговаривают. Вот два отрицания дают утверждение. А вот то, чтобы два утверждения давали отрицание, этого, пожалуй, не может быть. Один говорит, философ. А второй? А второй так смотрит на него и говорит, ну да, конечно. Два утверждения, а дают отрицание. Отрицание. Ну да, конечно. Ну и потом, мудрые люди, чтобы стать мудрым, думаете, надо много знать? Вот как вы думаете, кто меньше знает, вы или я? А? Сейчас, одну. Алло. Девятнадцать тридцать. Нет, полседьмого, простите, полседьмого. 18:30, да, примерно, да. Угу. Хорошо, договорились. Договорились к 7. Угу. Вот, сейчас я объясню. Вы же не философ? А вот поэтому, если бы вы были философом, мы бы спорили. Сейчас вот мы бы с вами поспорили. Вот сейчас мы будем спорить с вами. Я знаю мало. А вы что ответите мне? Ну, если так наполнитесь такой мудростью. Я знаю мало. Ну вот, молодец. Это вот, хорошо. Только надо еще круче так. Я так вы скажите. А я еще меньше. Давайте сейчас. И вы меня уже поставили в какое положение? Ну так, только я стал, ну вроде как я... Не стал важничать, говорю, хочу показать себя скромным таким. Я говорю, я знаю мало. Ну, а вы же не должны бросить лицом в грязь упасть. Вы говорите, а я еще меньше. А я ничего не знаю. Вот, что теперь вы будете делать? Вот, вы поняли, игра наша в чем состоит? А вот видите, вы проиграли. Потому что у философов, кто меньше знает, тот и выиграл. Давайте наоборот. Вы начинаете тогда. Я знаю мало. А я еще меньше. А я не знаю ничего. А я этого не знаю. Я выиграл. Вот что ценится у философа. То есть, чтобы мудрым стать, мудрым, по крайней мере, так выглядеть, не совсем не... Вы уже слышали, как вот для того, чтобы, так сказать, вас слушали, совсем не обязательно там вообще что-то знать. Ба-бо-бу, бе-би-бе. Это уже убедительно. Что вас за голос, это я буду говорить, но меня смотреть противно по сравнению с вами. На вас смотреть приятно, вы будете еще хорошим голосом. Люди заслушаются. А те, что вы там говорите, они смотрят, это так, и на вас, и хорошо. Не надо там переоценивать значение. Это не значит, что я недооцениваю, мы же будем как раз с вами в содержание входить. Но не надо, ну, форму-то тоже надо. Ну вы же, конечно, придете, постараетесь так, чтобы было это красиво и приятно смотреть и слушать. Так? Так. Вот. Так что вот философы вот так спорят. Мудрость, если только мы к истине идем. Во-первых, все противоречиво. Поэтому вот, если я хочу вас изучить, я буду изучать так. Сначала вас. Саму по себе. Как бытие. Потом я наблюдаю, что вот... Наблюдаю. И вижу я, что у вас вот такая, так сказать, вот кофточка светлая. Кофточка – это не вы ведь, правильно? Но я не говорю, что вы ее украли, что это не ваше, это я не утверждаю. Я просто говорю, что это не вы. Согласны, что это не вы? Эта кофточка – это одно, а вы – это другое. Но не надо путать девушку и кофточку. То есть это ваше отрицание. Это вот ведь очень резко звучит, но вы, я думаю, согласитесь. Вот я уже на вас не смотрю. Если бы это была у вас шубка норковая, а я был бы бандит, это было вообще, вот я бы смотрел бы вашу норку, а там на выходе вас спросили, девушка, помочь вам раздеться? Норковая шубка, а жизнь ваша будет сохранена. И вы бы спокойно сказали, да, конечно, да, какие вопросы, и все. Вот. Но и у нас же другое, у нас же, так сказать, это философия же, тут никто ничего не хочет плохого, все наоборот. Но это все равно, это не вы, согласитесь. Раз не вы, значит, я смотрю, уже на вас не смотрю, смотрю только на кофточку. В очереди говорят, я за вот этой кофточкой. Говорят? Да. То есть уже за человека у вас. Вот у вас за зеленой кофточкой, и все. И что вы там на историческом учитесь, и все. Или я там, если кепку надел, я за зеленой кепкой, и все.
А потом я думаю, ну это же ваша кофточка. И от кофточки опять возвращаюсь к вам. А это уже отрицание отрицания. То есть я вас беру саму по себе, потом беру ваше отрицание, какая-то ваша определенность, эта девушка там, скажем, с карими глазами. Вот у меня оба, и отец, и мать с карими глазами, а у меня нет. Бывает же. Вот. И, ну, это глаза, это и вы, это все-таки есть вы, а есть ваши глаза. Это же отрицание. Вас нельзя свести глазам. Не потому, что они так плохи сами по себе, но это вот нельзя свести целое, это часть, целое нельзя свести к части, правильно? Вот. Я, потом я, значит, снова возвращаюсь к вам, но уже с учетом того, что вы вот обладаете этим отрицанием. То есть вы вот в такой одежде, и вот такая-то у вас прическа, там, и так далее. И снова беру в целом. Это уже называется отрицание отрицания. Я противоречивое не могу высказать сразу, потому что я смотреть могу на вас двумя глазами. Слушать я могу вас двумя ушами, а мысли я должен сказать по очереди. Противоположные мысли, которые надо свести воедино, как требует диалектика, приходится излагать по очереди. Сначала я беру человека, потом говорю, что это человек высокого роста, то есть отвлекаюсь от человека, беру только его рост. Рост – это же не человек, это какое-то отрицание его. Уже меряем или вес. Сейчас все меряют, меряют вес. Для студентов это не нужно. Зачем вес мерить, когда у вас стипендия 1048 рублей? Что мерить? Вы уже померили там. Делали. Он говорит, вот мы гарантируем вам, ничего не надо мерить, экономьте на весах. Какие весы? Смеетесь? Если они живы, это значит, они герои. Или родители их герои. Я же на вас смотрю, я же какой-то, мы же должны видеть, что происходит. Вот, то есть такое вот движение получается: тезис, антитезис, синтезис. Это характерное вот для постижения истины. То есть вы постигаем истину через отрицание. Ну, я под конец вам сейчас расскажу еще один короткий смешной рассказ. И на этом мы сегодняшнее занятие закончим. До следующего раза. Приехал философ в деревню. Встречает его дед, говорит, ты кто такой? А он говорит, я философ. Понятно, да? Солидно. Не то, что вот я к вам пришел, а здесь я вас вроде так особенно не стараюсь форсить, а там уж я в деревню приеду. Ну, тот говорит, ну, а чем здесь, чем занимаешься? Как? Диалектикой. А что такое диалектика? Ну, дед. Дескать, ну что я вам буду объяснять? Ну, что я буду объяснять? Он говорит, не. Мы здесь газеты читаем, телевизор смотрим, радио слушаем. А ты, как образованный человек, должен нам объяснить. А, ну хорошо, дед. Вот баня есть у вас в деревне? Есть. Вот идем мы с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну, ты говоришь, что тут думать? Я грязный, мне надо мыться. А тебе чего мыться? Ты же чистый. Нет, дед. Чувствуете, наука пошла. Я чистый. Мне чистоту поддерживать надо. А тебе чего мыться, дед? Ты все равно грязный. Понял, дед? О, дед, говорит, сильна ваша наука. Ну. Вот, дед, запомни, это тезис. Тезис. Это не все, дед. Второй раз мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Ну, дед говорит, ну, понял я вашу диалектику. Что тут не понять? Я грязный, тебе чистоту поддерживать надо, тебе надо мыться. Дед, ну что ты мелешь? Ну, что, посмотри на себя. Ты грязный, тебе надо мыться. Мне чего мыться, я ж чистый. Понял, дед? Тот говорит, понял. Вот, дед, это антитезис. Это не все, дед. То есть диалектика пошла. Третий раз мы идем с тобой в баню. Ты грязный, я чистый. Кому мыться? Дед говорит, ничего не понимаю. Вот, дед, это и есть диалектика. Синтезис. Я понятно объяснил, что такое диалектика? Ну, более подробно на следующих лекциях. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Пожалуйста.